Привет, ребята, с вами Каиса. Я продолжаю проходить второго Гекса, европейскую версию Nintendo 64. И мы отправляемся в следующий уровень. Если заглянуть в статистику, то это Мао Цзэдун. Да, это вот этот уровень, Кунг-фу. Ну, пошли. Так, куда сначала? Дракон? Дракон или... Сначала дракон, да. Здесь уникальная мелодия играет в теме кунг-фу. Заменили музыку немного. Так, ну сперва я сюда схожу. Здорово, ниндзя. Сюда схожу собрать немного ресурсов себе в дорогу, а то мне не хватит. Так, 4 вазочки. Так, ты где? Ты уже появился? А, он меня уже ожидает. Он меня уже ждет. Так, вот второй. Ну давай, иди сюда. Так, сбиваем тут вазу. Тут еще можно пособирать немного. Так, по-моему, я больше здесь вазы не вижу. Так, теперь идем на другой путь. Вот сюда. Так, ну давай. Отходи. Это самый длинный из путей. Ух ты. Так, сперва давайте ударим в гонг. Ага, 30 этих коробок собрал. Делаем лестницу. Теперь можно сюда сходить. Берем зеленую муху. Так, вниз можно спуститься. О, вот так вот Гекс умеет. И берем секретный белый пульт. Так, ну дальше по крыше можно пройти, пособирать здесь иньяньки. Так, и вперед на лестницу направо. Тут рыцарь. Валим рыцаря. Собираем с него няньки. Идем дальше. Мы на крыше. На крыше. Так, идем по крыше. Здорово. Собираем няньки. Так, еще сейчас один вылезет. Ну давай, подходи. Так, идем дальше в дверь. Ударяем в гонг. И мы на улице. На местной. Тут голова у нас. Ай-яй. А, нет, я не потерял муху, надо же. Так, залазим наверх. По стене. Так, здесь у нас муха. Это нам не надо. Так, постреляем из пушки по двум гонгам. Вот так вот образуем лестницу, ступеньки. Так, теперь нам налево. Ну давай, подходи.
Отлично, 40 иньяник собрали. Теперь вот эти маски. Можно взять чекпоинт. Не, не пойду за мухой, лень. Ползем на эту сторону крыши. Еще одна морда. Так, мы идем дальше. Мы вновь на улице. Здесь насекомые, которые не издают звука в этой версии. Так, и здесь у нас рыцарь также. Сшибаем его. Еще насекомые. Так, голова огнедышащая. Пробиваем эту голову и прыгаем дальше по веревке. Еще одна голова. Дают зеленую муху также в дорогу. А мы по веревке едем дальше. Здорово, ребята. Вот так вот я умею. Едем дальше по веревке. И тут у нас сейчас будет... О, еще один. Что-то как-то забыл. А ты вообще был здесь? Я что-то тебя не помню. Тупая камера. Так, 35, окей. Ой. Едем по веревке дальше. Ну давай, подходи сюда. Ах ты сволочь. 41 маска. Окей, идем дальше. Так, тут уже меня обстреливают. Нет, не заберусь я туда без ступенек, явно. Хотя, может и можно распрыгаться. Наверное, нельзя, все же предусмотрели. Так, и вот белый пульт. Отлично. Так, теперь обычные нападали. И образовались ступеньки специально для этого. Ползем. Сейчас будем стрелять, выживать с этой непонятной хренью. Это гидра, по-моему. Она правильно называется. Ай, она меня обожгла. Она меня достала. Она меня два раза достала. Все, готово. Открываются деревянные двери. Так, что мы тут пособираем? А ничего. Ничего особенного. Чуть-чуть совсем ресурсов. Идем в двери. Здесь тоже на всякий случай с запасом дают.
Так, и вылазим. Первый красный пульт взяли. Так, ну что ж. Бонус еще один свалился, да? Ага. Сохраняемся. И отправляемся за вторым красным пультом. За вторым. Так, теперь вот сюда нам. Так, ну идем в эту сторону. Двери открываются. Мы ничего не собираем. Так, ждем. Ждем. Так, прыгаем на эту платформу. Платформа лифт. Да, здесь вот тоже такие баги графические с этими текстурками. Ступеньки. Забираемся наверх. И прыгаем вперед. Открываем дверь и идем дальше. Так, ну что ж, давайте на меня. Платформы перевернулись, ну а мы залазим наверх. Так, где я залез? Правильно, я залез. Ударяем в гонг. Здесь можно зачем-то позбивать вазочки. Жизнь себе взять еще одну. Почему нет? Ударяем по второму гонгу. И открывается портал. Бежим к нему. Бежим. Пофиг на вазочки уже. Вот мы в этом зале. Пофиг на ресурсы. Все равно я вряд ли соберу 40. Так, ползем, ползем. Теперь прыгаем по вот этим вот колоннам. Ух, зацепился за край. И тут тоже. Ух, и тут тоже можно срезать. Замечательно, прошли первый уровень кунг-фу тематики, сохраняемся. Я благодарю вас, ребят, за внимание, с вами был Каиса, всем удачи и увидимся в следующем уровне, пока-пока.